profeti che adesso lo chiamo. Батюшка, добрый день. Тут привезли кресты, приехал мастер. Мы вас ждем. Хорошо, хотите отслужить освящение? Хорошо, мы вас ждем. Спасибо, Господи. Еже во плоти житию твоему, удивишься ангельские чини, как он с телом невидимым сплетением и в челюсти присно славне. Батюшка. Все хорошо. Да. Вот он. Открывайте. 281. 280. Ир, понимаешь, они могут по-разному. Да. Кресты сия усвяти, и всем людям Твоим яви их быть и помощи утверждения. Усли благодать Твою жизнодавчую, кресты сия усвяти, и всем людям Твоим яви их быть и помощи утверждения. Усли благодать Твою жизнодавчую, и кресты сия усвяти, и всем людям Твоим яви их быть и помощи утверждения. Господу помолимся. Господи, помилуй. Yeah.
Христу Твоему поклоняемся, Владыко, и святое воскресение Твое и славим. Христу Христосине поклонимся, древо бовра смерть прозябе, сие же жизнь процвете, безгрешно имуще пригвожденно на себе Господа, от Него же все языцы нетление объемлюще зовем, крестом смертью празднивой, и нас от прелести и мучительства дьяволя освободивой, Господи, слава Тебе! Премудрость, Пресвятая Богородица, спаси нас! Честнейшую, херовину, славнейшую, без сравнения, Серафим, без осления Бога, Слово Родшее, сущая Богородица, Тебя величаем! Слава Тебе, Христе Боже! Упование наше, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. И всех ради святых своих помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбен. Аминь. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови Господа нашего благодарим за все милости Его, которые Он посылает нам. Благодарим Господа за то, что наша маленькая община с помощью Божьей укрепляется, расстраивается, распространяется в этом мире и утверждается на этой земле. Благодарю всех, которые трудятся, которые молятся, которые поддерживают. Без меня, говорит Господь, ничего делать не можете.
И мы действительно подтверждаем это и свидетельствуем, что без помощи Божьей у нас бы ничего не получилось. Как говорит апостол Павел, я все могу в том, кто укрепляет меня в Иисусе Христе. А без Господа моего, без помощи Его, я ничего не могу. Так благодарим Господа и Бога нашего за Его милости, за то, что Он заботится о нас, за то, что строится и изменяется и преображается наш храм. И просим у Господа сил, чтобы под покровительством креста Его, укрепляясь силой Его, мы шли по жизни спокойно, уверенно, чтобы каждый из нас пронес свой крест, прошел по тому пути, который предначертан нам, по пути, который вводит в жизнь вечную. Богу нашему слава, благодарение, честь и поклонение во веки веков. Аминь. Да благословит Господь всех вас на всех ваших путях, во всех ваших делах, в имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Спасибо, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победы нас супротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Спасибо, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победы нас супротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победы нас супротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Que Dio te benedica, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Thank you.